Страница Леди Гаги в сети превратилась в чат «Всея Руси». Певица увела актера Брэдли Купера у русской супермодели Ирины Шейк. Ты ли? Чё ли? Так обратились к Леди Гаге на русском языке, обсудив любовный треугольник, угнала Мини Купер и придя к выводу, что сколько Гагу не малюй, Ирина Шейк не получится, сотни жителей разных городов России решили просто пообщаться. Появились объявления: куплю гараж, сдам квартиру в Геленджике, рецепты разных блюд, обсудили погоду. Гага не только Купера у Иры сперла, но и лето у нас. Поговорили о школе, опять шторы нужно покупать. Подключились садоводы, врачи, соседи, киноманы. Так кто же убил Лору Палмер, обсуждают на русском. Я у шерифа в комнате для совещаний, рассматриваю останки тайного дневника Лоры Палмер. Здесь ищут людей. Миша, купи хлеб по дороге домой, по-любому ты здесь. Харламов, позвони мне, написал Гарик Мартиросян. Здесь пришли к выводу, что так приятно последний раз беседовали за праздничным столом в кругу семьи и друзей. Как бы Гага аккаунт не вздумала удалить. Куда мы все? Гага не удалила. Она подвисла, как и ее переводчик.